А что это за фотография? Премьера на канале «Россия». Доченька. Твой настоящий отец – генерал Александр Печерский. Сейчас он живет в Москве. Найди его. Александр Григорьевич, я к вам. У меня тут назначена встреча со стенографистками. Как вас зовут? Аня. А кто это вообще такая, что он тут делает? А печатать что ты хорошо? А я не знаю. Я не пробовала. Занятия уже идут. Приходите осенью. Мне нужно сейчас. Правда, мне очень нужно. Среди моих кандидаток никакой Анны Савельевой не было. Наверняка этому есть какое-то объяснение. Александр Григорьевич, я... Стенограмма судьбы. С 15 ноября в 21:20 на канале «Россия».